Изменения в новом году коснулись не только правил дорожного движения, но и минимального размера оплаты труда, пенсионных начислений и не только. Какие выплаты и насколько выросли, расскажет Лариана Шамхалаева. Минимальный размер оплаты труда повысили с 12 792 рублей до 13 890 рублей. Вырастет и прожиточный минимум 13 793 рубля для трудоспособного населения, 10 882 рубля для пенсионеров и 12 274 рубля для детей. Размер материнского капитала теперь будут пересматривать ежегодно с 1 февраля. В текущем году маткапитал составляет 503 237 рублей при рождении или усыновлении первого ребенка, 665 009 рублей второго и последующих. Увеличились и детские выплаты. Больше семей сможет получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет. Пособие назначат, если доход каждого члена семьи не более двойного прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Размер пособия также вырос, он равен текущему прожиточному минимуму для детей. С января страховые пенсии по возрасту выросли на 5,9% в среднем на 1000 рублей. Пенсионеров-банкротов освободили от удержаний. Социальные пенсии повысят 1 апреля. Для работающих пенсионеров пересчет будет производиться с 1 августа. Чтобы получить страховую и социальную пенсию по инвалидности, с этого года не нужно писать никаких заявлений. Также без лишней писанины будут осуществляться назначения больничных, декретных и пособий при рождении ребенка. Электронный больничный лист стал обязательным, вырос максимальный размер пособия по больничному до 2572 рублей в день или около 80 000 рублей в месяц.